могу. Рожать хочу. Сегодня было очень клёво. Ой, какая красота. Ой, бабалобосики, не надо, бибибосики, девочки-мальчики, вот такой блинчик. Ой, как луна. Песня такая была. Голубая луна, голубая. А может быть, арбузовая? Нет, я вообще бы не голубой. Я... Розовый. Я нормальный. Вот куда пошла опять эта бабка? Блять, опять потеряется. Вот стерва. С палочкой. Ну, ебанашка. Вот. А потом ищут ее. Ой, боже мой. Я вообще валяюсь от этих людей. Белая гармошка была у тебя. Это вы потом, когда поедете куда-нибудь, вы включите меня и будете смотреть, как я это делаю. Это кинокомедия, девочки, мальчики. Даже, знаете, писать не надо. Я в следующий раз просто комментарий отключу, чтобы уже никогда никто мне не писал. Вот. Я вот так вот думаю, девочки, мальчики. А то зачем, блядский, в рот я включаю всегда комментарии? Думаю, кто-то напишет, сейчас напишут нормальные слова, ну, поставят лайки. Они не пишут ничего. Зачем мне это нужно, девочки, мальчики? Ну, правда же, да? Правда? Зачем мне это надо? То, понимаете, то звук отстает, типа кто-то там, то звук отстает, а вот ты говоришь, и звук отстает. Я-то что сделаю, девочки, мальчики? Я-то что сделаю? Интернет такой, девочки, мальчики. Анастасия, здравствуйте. Наконец, Анастасия, вы написали. А то думаю, ёлки-палки, с кем же я базарить буду, девочки, мальчики. Мы сейчас... Погода чудесная, ведь, девочки, мальчики. Завтра я поеду в деревню опять, да. Опять огоньки, копание. И все. Там в деревне, понимаете, надо, да, работать и работать. Работать и работать. Вы же видели мои трансляции, да? На-най-на-най. А дома я так развлекаюсь, трансляции делаю. Замечательные такие, смотрите. Зато в деревне свежий воздух, да-да-да. Погода у нас огонь, да. Погода это вообще хорошая. Ну, жарко сегодня, Анастасия, я скажу. Так жарко, я вот на лоджию выходил, а на лоджии пекет, ужас просто. Пекет. Я вот думаю, может быть, сковородку поставить на это? На слив поставить? И это, девочки, мальчики. Поставить и это, и печь блины, да, электричество не надо, а горячий слив. Взял, налил черпак, он у тебя блином стал. Будешь только смазать маслом не нужно. Да? Да. Да, это хорошее. Ни у кого такого нету, как только у нас.